Свой документ и даже его. В этом году в столице Чувашии по программе развития жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства заменили 43 лифта в 10 многоквартирных домах. В управлении жилфондом говорят, новые лифты намного прочнее старых, к тому же более экономичные. Так ли это, отправилась выяснять наша съемочная группа. Из общего ряда обновленных лифтов выделяются три. Их установили в рамках пилотного проекта. Более широкие проемы подъемника позволяют возить в лифте как детские, так и инвалидные коляски. Если стандартные лифты имеют 600 миллиметров проема, здесь лифты имеют 800. И, соответственно, пульт управления лифтом, значит, параллельный, двойной, обеспечен на тактильное управление. Значит, рассчитаны на инвалидов для маломобильных групп, чтобы и инвалиды, и слепые могли пользоваться этим лифтом. Конечно, эти лифты, они установлены с 25% софинансированием. Согласно действующего жилищного законодательства, большинство жителей, которые живут в наших домах, они являются собственниками. Соответственно, на 100% отвечают за все коммуникации в доме. Чтобы заменить старый лифт, жителям дома номер 15 по улице 324-я стрелковая дивизия пришлось все взять в свои руки. Провели общее собрание дома. У нас больше 85% были согласны на замену лифта. Но так как за какой-то процент лифта за замену должны сами жильцы платить, ну, мы убеждали жильцов, что лучше сейчас сделать это вовремя, чем потом мучиться еще долгие годы старым лифтом. Ждать нового подъемника горожанам пришлось около полугода, но, по их словам, дело того стоило. Мне нравится, что он не сразу закрывается. Что раньше было, надо ногу поставить, да, чтобы туда-сюда, туда-сюда. А он вот сказал ему вот так пальчиком, он стоит, занеси вещи. Он спокойно едет. Мне очень даже нравится, между прочим, этот наш лифт. Прекрасно. Знаете, вот заходишь, как будто вот даже соседи вас с 13-го дома завидуют. На сегодняшний день в городе более 170 лифтов, которые необходимо заменить, ведь им уже более 34 лет. А срок службы подъемника, как известно, 25 лет. Но, тем не менее, лишь половина лифтов попала в республиканскую программу на этот год. Как обещают в управлении жилфонда, в 2015 году деньги будут выделены на модернизацию подъемников в таком же объеме. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.